Ну что, ребята, приехали мы на гору Собербаш, 735 метров над уровнем моря. И видно здесь, я так понимаю, наверное, Северская станица, хотя где-то там еще и Краснодар. Вот такая здесь красота, Альпийский луг, если можно так сказать, наша компания на Неве. Но что удивительно, здесь растут крокусы. Вот посмотрите, как это выглядит. Ну, удивительно. А вот видно Краснодар. Скорее всего, очень-очень далеко. Можно себе представить, что здесь и станицы, какие-то хуторочки видны, ну и горы вдали. Ребята, жалко, что не передать изображение камеры, что мы сейчас видим. Такой объем, такая красота, такие мощные горы. И все это здесь, на горе Собербаш. Очень-очень красиво. Прям идешь и думаешь, где ты находишься, в Альпах? Или ты у нас на Кубани? Прям нереально красиво. Вот. Ну и рядом вот такое сооружение тех работников, которые здесь постоянно находятся, постоянно работают на этой горе Собербаш. В общем, очень красиво. В общем, нашли мы такое экстремальное место на горе Собербаш. Шли-шли, увидели. Представляете, столик с такими лавочками. Ну как тут не посидеть, потому что место очень-очень интересное. И мы ползем просто с какими-то мелкими перебежками, потому что страшно оно реально. Сейчас усядемся. Поехали обратно. В общем, сидим мы, и нас атаковывают божьи коровки. Только, фиолетовый, только да. Те, кто в светлом. Фиолетовый, да? Да? Да. Ой, да. Это какое-то нашествие. Потому что похоже свет. На ой, везде свет. На вкус и цвет, товарищи. Я не могу делать ничего. Ну что такое, решили полюбоваться горами, вот такой панорамой. Сели и тут нас атаковали. Вот мы очень-очень высоко, вершина горы Собербаш, 735 метров над уровнем моря. Приехали с друзьями и сидим, смотрим, вот, любуемся такой панорамой. Красота. На охоту не ходишь, нет? Где здесь вообще? Мы добрались сюда.